Около полутора лет в Центре первичной медико-санитарной помощи номер 2 не было своего флюорографа. Для того, чтобы обследовать население, доводилось пользоваться передвижным, или же пациенты ездили в другие лечебные учреждения. Но этого было недостаточно. Главный врач Центра номер 2 Тамара Дубнец пояснила, что в условиях сложной ситуации с заболеваемостью туберкулезом обследование грудной клетки крайне важно, тем более, что в районе, который обслуживает их центр, находится множество предприятий. Их работники должны проходить регулярные медосмотры. За этот год было сделано около 45 тысяч флюорографий, и только в этом году выявлено 44 свежих случаев туберкулеза, 28 случаев рака легких и рака бронхов. Поэтому вы понимаете сами, какое значение имеет для нас установка этого флюорографа. Здесь был очень старый флюорограф, который был очень сложен. А сегодня, вы видите, вот Украина выпускает великолепнейшее оборудование. И более 1 000 000 гривен мы сейчас использовали и купили для поликлиники, которая обслуживает 150 тысяч жителей, современнейшее, очень удобное, очень точное, очень качественное диагностическое оборудование. Новый флюорограф цифровой. По сравнению с предыдущим аппаратом, этот имеет меньшую лучевую нагрузку. У него есть пульт управления, голосовое сообщение, видеокамера, качество изображения лучше. Также в этом году приобрели еще и ряд мелкого, но необходимого оборудования. Кроме того, привели в порядок дополнительные помещения, которые могут понадобиться в экстренных ситуациях. В этом году здесь отремонтировано тоже бомбоубежище и подвальное помещение для того, чтобы был какой-то НЗ, для того, чтобы можно было, скажем, разворачивать случай необходимости. Дай Боже, чтобы нам никогда этот случай у нас в городе не настал, но мы должны быть все равно готовиться к заранее. Тамара Дубинец напомнила, что флюорографическое обследование, как и все другие, в их центре делают бесплатно. Марина Михайловская, Руслан Чернялис, МСН Дайджест.